Привет-привет, мои хорошие, вы на канале Супергекта. И сегодня я спешу вам показать свой новый заказ от компании Фаберлик. Желаю вам приятного просмотра, возьмите что-нибудь вкусненького, заварите себе чайку, кофейку и погнали. Заказ по 5-му синему каталогу. У меня, кстати говоря, здесь очень много новинок. Да. И вот, кстати, второй каталог уже более такой прям, ну, летний, серьезно, хоть это еще и весна, да, но летний. И это, соответственно, 6-й. Такое приятное оформление, как вы видите, у меня здесь уже закладочки, так что скоро порадую вас новыми приобретениями. А, кстати говоря, насчет он действует 12 апреля. Это уже довольно-таки скоро. Давайте начнем не с новинок, быстренько, так сказать, отчитаюсь, покажу. Взяла я опять чай. Нечаев, полезные продукты, ванильное яблоко с корнем солодки, польза суперфуда, все такое. А вы знаете, что мне очень нравится чай, имбирь, апельсин, корица. А вот это я вспомнила, я уже брала. И мне, честно говоря, именно ванильное яблоко не очень понравилось. Я здесь, ну, мне как-то не хватает вкуса, если так можно выразиться. Но он, тем не менее, вкусный, действительно, когда его пьешь, может, воды надо меньше, чтобы он более такой был насыщенный, не исключено. Вот, но когда его пьешь, он прям как вот печенька такое яблочно-ванильное. Приятно, определенно приятно, но тут уже дело вкуса. Выбирает каждый то, что нравится именно ему. Дальше, что еще тоже постоянно беру, все это как бы отдельно, обычно пакетики. А, да, еще не сказала, но вы, в принципе, знаете, да, чай был в пленке защитной. Как обычно, мои любимые протеиновые батончики, куда без них. Я уже реально, наверное, каждый каталог беру. Банан, ну, а это у нас клубничка. Какие же они вкусные. Очень-очень рекомендую. И главное, что это еще и сытно. И ребенку школу я даю на перекус. Вот такой батончик. Он сытный и вкусный. Такое плотное, приятное печенье. Прям объедение. Потрясающая паста. Да, как видите, аж 3 упаковки. Она действительно очень хорошая. У нее прекрасный отзыв, к слову. Это серия Expert Pharma. И паста с прополисом. Продолжительная защита зубов и десен. А, помимо того, что эта паста прекрасно очищает полость рта и зубы, она еще обладает антибактериальным эффектом. Так что очень хорошая паста. Очень вам я ее рекомендую. 1685 код. Если вам интересно, берите на вооружение. Ну, класс. Ну, такие здесь обычные тоже белые тюбики. Внутри сама паста белого цвета и внутри вкрапления гелевые желтого цвета. Супер, паста супер. Как всегда, взяла свои любимые влажные салфетки, но это дезодорирующие, а иными словами, заменяющие дезодорант антиперспирант. Удобно использовать как дома, так и куда-нибудь в поездку брать. Expert Pharma тоже хорошая, видите, серия. Отлично защищают, отлично работают, защищают, как и написано, 12 часов, и это прекрасно. Это мой must-have, определенно. Ну а теперь, друзья, товарищи, переходим к новинкам. И я бы хотела вам их даже здесь показать в каталоге. Это стоит внимания. Начнем вот с такой масочки. Цика. 15 минут, кстати, надо удержать. Возрождающая маска для лица. Приятная коробочка розового цвета. Не менее приятный розовый тюбик с кремом. Очень нежный такой цвет, классный. Здесь рисунок, как и на коробочке. А также прилагается ложечка. Тоже очень приятно. Покажу вам сейчас, как все это выглядит внутри. Такая прелесть. А пахнет, знаете, овсяной кашкой с нотками какой-то клубнички. Так приятно вообще. Что нам обещает эта маска? Защищает от преждевременного старения, повышает эластичность кожи, устраняет следы стресса и усталости. Вот, кстати говоря, сейчас эти новинки можно взять со скидкой 50%, что, ну, согласитесь, очень выгодно. Есть и другие маски. Вот, например, та самая маска. Потом есть вот такой вариант. И есть вот такой. Выбирайте любую. Следующие новинки, ну, точнее, новая серия. Dream Therapy. И вот тут несколько вариантов, да, что тут есть. Расслабляющее крем-масло для душа. Ароматическая зубная паста. Я вначале, кстати, думала ее взять, но подумала, ну, не знаю, странно, она ночная тем более. Также здесь ночная маска есть, ночной крем для лица. Вот такой выбор. Что же я взяла попробовать для начала? Вот такая вот новинка. И это расслабляющее крем-масло для душа. Здесь шелковистая текстура. Она дает увлажнение и питание. Окутывает нежным ароматом и настраивает на самые приятные сны. Во всей серии содержится инкапсулированный мелатонин.
Это то, что приводит к тому, что мы хотим спатушки. Давайте послушаем аромат. К слову, здесь все закрыто, вот поэтому придется нам еще вскрыть. Пахнет какими-то, вот знаете, травками, я бы так сказала. Вот травяной аромат, ну, приятный. Посмотрим, конечно, как это будет именно во время использования. Вот еще какие новинки появились в этом каталоге. Доктор Кор, антиакне. Боже, как мне это необходимо. Так что я очень благодарна Faberlic за эту новую серию. Посмотрим, конечно, как она будет работать, но пока я очень рада. И взяла я шейк-лосьон антиакне, тут 100 мл. Его я взяла со скидкой 70%, то есть по системе лайки. Что мы видим? Прекрасный такой на вид, да, тюбик. Очень приятный, выглядит лаконично и дорого. Уникальный двухфазный лосьон, сочетание инновационного компонента Azimite, производная азелаиновой кислоты и признанных лидеров в уходе за проблемной кожей. Вот так, оксида цинка и салициловой кислоты. Да, это действительно очень важные компоненты. Это скорая помощь для быстрого и эффективного избавления от прыщей. Ну, прекрасно, в общем, будем пробовать. Здесь такой приятный аромат зеленого чая, вот что-то такое. Помимо шейк-лосьона и мягкого геля для умывания, также вышли вот такие вот товары. Это ночная антиакне маска, крем антиакне для лица, крем для лица от постакне, кстати, тоже тема хорошая, надо будет потом взять. И крем антиакне локального действия, вот его как раз я тоже приобрела. Это уже, естественно, маленькая коробочка, 15 мл. Давайте откроем. Ну и стандартные тюбики. Я думаю, здесь и носик тоже заостренный. Давайте посмотрим. Я уверена, что так и есть. Да, конечно, это так. Ну, немножко можно выдавить, размазать. Но, как вы понимаете, что здесь мы... Ну, тут аромат, кстати, никакого нет. Это единственное, что можно познать. А в остальном, конечно, такие вещи надо проверять в действии, будет ли помогать или нет. Ну, эффект здесь такой же, соответственно, состав такой же. Специально разработано для борьбы против прыщей. Наносится это точечно на проблемный участок кожи. И ждем результата. Вот и все. Уменьшает интенсивность покраснения, нормализует процесс кератинизации. Вот так. Вообще, эта серия разработана для ухода за жирной и проблемной кожей в любом возрасте, в том числе для людей, страдающих от маскне акне, вызванного длительным ношением масок и респираторов. Кстати, да, вот эти маски, из-за них прям лезут прыщи, как не знаю кто. Я это уже заметила, поскольку даже если ты меняешь маску, все равно многоразовый ты носишь так или иначе, раза 3-4 точно, и, блин, вот действительно от масок появляется такая фигня. Но это, конечно, если у вас кожа склонна к этому, вот моя склонна. Вот такие, ребята, дела. Ну что ж, на этом мое видео заканчивается. Я вам все-все показала, честно рассказала. И это видео наверняка для вас было полезным, а потому поставьте мне лайк, подпишитесь на мой канал, если вы еще это не сделали. А я желаю вам всего самого прекрасного и замечательного. Пользуйтесь только отличной косметикой, ну а я вам в этом помогу. Не забываем проходить по ссылке внизу и регистрироваться, если вы хотите получать супер выгодные цены. Ну и также там много других разных плюшек, особенно если вы впервые регистрируетесь, то будут подарки определенные, всегда очень классные. Всех люблю, целую, всем удачи, счастья, до встречи в следующем видео и пока!